Казанские университеты, представители Китая, будь то университет или корпорации, сейчас имеют множество точек соприкосновения. В частности, на площадке набережной Челнинского филиала КФУ работает центр подготовки компании «Хайер». Еще один крупный совместный проект – это строительство высокоскоростной магистрали, соединяющей Москву и Казань. В нем также планируется участие китайских специалистов. Не говоря уже о том, что Казанский университет является признанным лидером и центром изучения китайского языка в регионе. Сразу же после подписания соглашения. Более того, нам очень важны также и вопросы изучения китайского языка, китайской культуры, поскольку бизнес сегодня движется раньше, чем мы. Впервые побывав в Казани, узнав о столице Татарстана благодаря нашей истории, представители университета финансов и экономики города Таньжинь заинтересовались возможностью разработки совместных образовательных программ и проведения научных исследований в рамках партнерских отношений. Особый интерес ученых из Поднебесной вызвали математики КФУ, а в завершении встречи было подписано соглашение между сторонами. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз.